Жрица призвала на защиту армию Анубиса. Верховная жрица призвала на защиту армию Анубиса. Она туманит мой разум. Нужно найти ее. Position get it. Thank you.
Что ж, будем надеяться. Здесь она и хранит свои тайны. Когда Эхнатон умер, его сын Тутанхамон приказал восстановить храм Ра. Он отдал сферу жрецам. Скрытая гробница в долине царей. Ее так и не нашли. Ритуал Маат, проведенный Нитокрис, женой бога Амона. Может, Исидора ее дочь? Она хочет завершить дело своей матери. Тут сказано: и он возродил бога, чтобы восстановить мир. Путь к справедливости и правде будет обогрен кровью невинных. Мать осудила бы ее. Она хочет завершить дело матери. Провести ритуал призыва Маат в гробнице всеми забытого фараона. Я знаю, каково терять любимых, но это не повод губить свою душу. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Преследуешь меня как зверя? Баек. Отдай сферу. Я не хочу смертей. Мать сказала, что это наш долг. Вернуть Маат силу, а Амону законный трон. Это цель моей жизни. За это погибла моя мать у меня на глазах. Мне хватит сил исполнить волю Бога. Это не сила. Это безумие. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Все, довольно, Исидора. Ты предала Амона, наш народ, свой долг. Но я не предам свой. Thank you.
хочет завершить дело матери. Провести ритуал призыва Маат в гробнице всеми забытого фараона. Я знаю, каково терять любимых. Но это не повод губить свою душу. Шу фараона, сердце и Рен. Вот как я упокою великого Рамзеса. Его отец, Эхнатон, отдал ему сферу. Тутанхамон хотел восстановить мир и передал ее жрецам Амона. Но ведомая местью Исидора извратила ритуал. Она предала своих богов.
Позволь мне прийти на вечные небеса и на гору, где живут все. Хай бесе. Своей цели. Ради мести, в порыве ярости, сеял страх в сердцах невинных. Я не понимаю. Это было мое право. Моя месть. Зачем он ответил? Зачем дал силу, чтобы закончить ее дело? Если я не смогла. Амон дал тебе не силу. Он дал тебе выбор. Это перо Маат. Нет! Мое сердце слишком тяжело. Ты веришь, что Амон поможет мне? Совершить ошибку легко. Но и Амону легко проявить милость. Его гнев скоро утихнет, и он будет милосердным. Незримый укажет тебе путь. Владыка Дуата ждет. Тебе не место здесь, Великий. Отпусти! Отпусти!
Думаю, я могу идти сам. Точно? Раньше я думал, что остался один. А теперь я потомок Рамзеса Великого. И моя семья больше, чем я мог представить. Пустяки. Спасибо. А, что ты сделаешь с той штукой? Видит Ра, мне она не нужна. Тем более забери ее. Тебе известно, на что она способна. Похорони ее и память о ней. Ладно. Но не здесь. В этой долине не осталось секретов. Это будет последний, брат. Помоги, Маат, и уходи. Если хочешь, я никому не расскажу о тебе, поверь. Эй, Байк! Мы встретимся вновь в полях Иалу. Я прослежу. Все хорошо. Мы и сами справимся. Закроем все здесь. Только отдохну. Сразу накинуться. Держите, держите.
Помогите!
Безымянная гробница, но эти узоры мне уже знакомы. Здесь были разбойники. Если что и осталось, они забрали это. Нет места живых. Ты убоялся.